Москве состоялась инаугурация новых почетных докторов Евразийского международного университета имама шейха Саида Рахматуллах Тирмизия и его супруги Мариам Махмудовой. Авторитетный имам и его благочестивая супруга стали первыми представителями из братского Узбекистана, которые получили столь высокое признание в Евразийском международном университете. Сегодня в университете впервые в образовательной практике планируется открыть кафедру, которая будет совмещать научные исследования в области современной психологии и опыт духовной традиции, в частности, ислама. Заведующий вновь созданной кафедры станет почетный доктор Евразийского международного университета Мариам Махмудова. Решением ученого совета Евразийского международного университета вам присвоена степень почетного доктора Евразийского международного университета. Отсюда поздравляю вас. Спасибо. Да, для меня, конечно, большая честь, и очень ценно, что вы сегодня меня награждаете таким почетным статусом доктором международного Евразийского университета. И я еще раз подтвердилась тому, что если человек стремится, он, оказывается, всегда получает результаты своего стремления. Я очень признательна, благодарю. Спасибо. Спасибо моему супругу, который всегда меня в этом поддерживает. Это очень ценно, потому что очень часто мы слышим, что, например, есть такое понимание, что мужчина не поддерживает, что мужчина запрещает. Нет, если главное, женщина захочет, муж, оказывается, тоже всегда поддержит и всегда как бы посодействует. Поэтому спасибо.